Всем привет, с вами Вадимон, и в этом видео вам покажу эксплойт в DayZ Epoch версии 1.0.4.2, как пополнить бензопилу топливом совершенно бесплатно, без смс и регистрации. Как вы знаете, топливо довольно ценный ресурс в Epoch, найти его довольно сложно. Как вы видите, вверху в углу справа у меня 870 единиц осталось в бензопиле. Чтобы пополнить ее топливом, нужно ее сложить в локбокс или в сейф. Давайте сделаем это. Положили. Теперь закрываем наш локбокс. Подождем немного. Помедитируем. Кстати, этот баг пофиксили в версии 1.0.5, в следующей версии. Так что используйте его пока можете. Открываем локбокс. Достаем бензопилу нашу, которую только что положили. И видим, что у нее снова полный запас топлива. 1000 плюс один перезаряд, итого 2000. Перезарядим. Вот еще одна 1000. Главное, перед тем, как мы положим нашу бензопилу в локбокс, она должна иметь хоть немного топлива. То есть, допустим, если останется 5 единиц, то тогда бак получится использовать. В противном случае нет, если совсем топлива не останется. Это случилось с моей второй бензопилой. Лежит, в ней топлива совершенно нет, я уже тестил. В общем-то, это и все с этого бага. Надеюсь, вам понравилось. Используйте, как я уже сказал. С вами был Вадимон. Пока!